На этом танке, наверное, весь бой надо тащить на своих плечах, чтобы взять первое место. Если ты этого не делаешь, то ты идешь лесом. И ты идешь где-то в середину сразу списка. Ну, вот по моим ощущениям, именно так. Потому что как-то вот... Ну, вот как-то так. В общем, план такой. Вот тут упасть в гору. Или гора упадет в меня, не знаю, что именно произойдет. Ну, в общем, где-то там в гору упасть и постоять там. В теории, конечно, меня, скорее всего, будет... Может, и не будет Conquer GC, может меня кидать. 261 я вот не знаю. Есть вариант, что, может, они мазать будут. Но это, по-моему, хороший план, потому что там есть чем дырку прикрыть свою нижнюю. Ну и плюс там есть вариант потанковать, использовать свою супер броню. Плюс, если еще приедет несколько ТТ, что вполне вероятно, можно еще их проспирать. Но судя по тому, что вся моя команда поехала почти... Приятных каток. Ух ты. Тракторист, большое спасибо тебе за 100 рублей. Приятных каток. И тебе тоже. Слушай, скажи мне, что стоит-то 274-го покупать? И Олег, кстати, тоже. Ну, Олег что-то там мне сказал, что это в туалете нарисованные каляки-маляки были. И был 264-й А сделан. Сейчас будем мы вот туда пытаться заехать. Не знаю, как это получится у меня или нет. Слишком я долго уже еду. Что у меня вся команда, видите, вся поперла туда. Это может значить одно. Либо мы там сразу сейчас всех убьем, либо мы там просто все умрем. Вот. Вариантов особо немного. Хотя не так уже много танков моих туда поехало. Всего лишь несколько штук. 5-6. Давайте попробуем в нычку заехать. Нет, ИС уже прессингует ИСа 4-го. Короче, весь мой план накрылся медным тазом. Тазом накрылся медным совершенно. Угу. Говно. А чё у нас? Мы же уже проигрываем. Как мы можем проигрывать? Мы же даже еще не начали играть-то. Ну почему так? А что за нелепая чепуха-то? Так, Маусян, короче, Маусян танкует очень хорошо. А наши тут, господины, 264, достойный танк бери. Илюха, окей. Если Илюха Скивовик говорит, что достойный танк, значит танк действительно достойный. Илюха Скивовик не умеет врать. Точнее, не может врать. Маус, давай быстрее рожай, мы с тобой быстрее закончим эту всю историю. Ты поедешь в ангар, а я поеду дальше. Точнее, я поеду в ангар, а ты поедешь дальше. Сейчас, потому что у Мауса... Черт, его бы этот Робин приедет. Робин, команда Робина, вон, кстати. У Бива Тайпа 4-го уже. А поеду-ка я в эту дырку свою, слушайте, обратно. Что-то мне так кажется, что именно туда и надо ехать. Маус меня, правда, не пустит сейчас туда. Давай, заезжай, сейчас мне в жопу кто-нибудь кинет. Ой, в жопу кинет. 268, наверное. Ну, я попробую заехать все-таки. Попробую дотащиться. Маус мне кинул в жопу. Ну, там как-то вот все печально, совсем печально. Как-то они вот вообще... А я думал, они там его перестреляют, этого ИСа 4-го. Он уже там у двоих-троих убили они. Ну, тут хотя бы у меня точка будет. Нормас. Видите? Нормас, точечка. Зачетная точка. Сейчас мы ИСа попробуем. Ни хрена там гриль гоняет, вы видали? С какой скоростью он летает? Это Робин, кажется, прилетел. Так, в этого я не попаду. Уехал. Пацан. Был пацан, не стало пацана. Маус, кстати, спустился. Не, у нас тут прибыла кавалерия. О, ФВ приехал еще сюда. Ништяк. Не знаю, короче, они вообще что-то там столпотворились. Смотрите, сколько танков. Чего они там все стоят?
И сами минусы, если сейчас выстрел при ним прилетит. Я пока не буду лезть, потому что это... А, хрен его знает, не вижу смысла. ФВХ, кстати, уже убили. Блин, ладно, поехали. Что очень много народу там стоит, и вот эта толкотня меня не раздражает. Плюс на моем говнотанке, который еле поворачивается, ну, эта толкотня еще хуже получается. Не, они всех раскидали, красавчики. Я просто засал. Просто засал. Ой, я еще тут не заеду, потому что тут едет Е100. Ну давай уже въезжай, господи, на своем ведре, блин. Черт побери. А, у нее 400 хп. Птеродактиль даун. Не знаю, чем мы, кстати, будем ехать, как мы будем там ехать, вообще просто без понятия. Я только от арты получу. Пока что я не вижу смысла туда переть. Кондваген, может, что-нибудь танканет, а я только от арты получу. Ну, точнее, он тоже так же сделает, так же от арты получит. Может быть, у него еще что-то получится танкануть. От какого-нибудь, не знаю кого, Фоча Б. Ну, от ФВ он вряд ли танканет. Так. Фоч, короче, играет в игру, смотрите, до сих пор. А вот эти господины, они все поперли туда, и ФВ играет в игру. Давай где-нибудь там становись и все. Не надо туда ехать. А то мы не там не затащим. Братуха. Братуха. Да это и понятно всем, что защищайте базу. Наши герои, кстати. Герой. На ЕС-7 65 хп скончался. Он поехал тащить, и, короче, он умер. Не получилось затащить. Давайте попробуем тест ОЛТ снять Фуджисом. Он меня видит? Конечно, он меня видит. Говно вопрос, да, вообще, дурацкий вопрос совершенно. Видит ли меня тест ОЛТ? Конечно, видит. Да ёпарас это, ну почему так всегда? А Фуджис этот, вообще ненавижу этот Фуджис. Никогда он не попадает нормально. А куда-то вот летит это говно все время в разные стороны. Сколько я не стрелял фугасом, я ни разу вообще не попал. Вечно какая-то дичь происходит. Так, ну, короче, вот тут у меня точка пойдет. А пока не знаю, куда дальше ехать. А тут меня только арта кинуть может. А тут у меня еще есть дырку закрыт. Закрыть свою дырку могу более-менее. Дырочку, дырочку. О, ФВ убил Кранвагена. Минус еще один господин. Может, ты уже не будешь оттуда ехать? Едь сюда. Нахрена тебе уперся этот чувак вообще? Ну вот какой толк от того, что он пытается их убить? Так, Фоч убил. Красавчик, я к тебе еду. Я еду к тебе, братик. А так, а где-то еще у них... А, леопард там стоит, все понял. Нам надо убить ТВП-ху. Сейчас я приползу. Я просто думал, что они справа поедут. Но там еще ФВ у нас стоит. Видите, в тест ОЛТ я не попал у них. Ой, давай едь быстрее. Черт побери. 10 километров, 9. Еще, кстати говоря, 264-й, а он не едет танк вообще. Хотя вот ИС, ну говорят, 40 выжимает и все. ИС вот третий, мы вчера с вами играли, он тоже 40 едет. Так что я не понимаю, в чем плюсы. В чем... Стой. Да, я первый поеду. Во. Ага. Точно. Фоч, смотрите, какой дерзкий. Хотел поехать первый. Если уж разберут, пусть меня разбирают. Ты-то останься жив. У него еще и барабан, а у меня-то одна пукалка. Один раз выстрелил, и все. Вот там, может быть, парень стоит. Но мне почему-то так кажется, что он именно туда и поехал. А так, значит, поедем так. Ну, это была бы самая правильная точка сейчас в его случае. Либо он вообще перекатился в другую часть карты. Уже.
Ты вып... Ого! От этого я не ожидал. Опять у меня что-то подвисает. Что подвисает, не знаю. Ого-го. Вот это он заехал, так заехал. Ладно, я уже тут спустился, я уже не поеду назад. Точнее, я не смогу заехать туда. Мне сейчас уже объезжать надо тут. Ну, поехали. Пока танк мой едет, я могу выпить водки. Потому что марафон без водки это как пиво, ой, это как деньги на ветер без пива, да, там, или что-то, как-то такая вот пословица гласит. И тут тем более без водки никак. Если водкой не закидываешься, тут вообще его не пройдешь. Просто невозможно будет играть. Это говно. А 5 минут, мне еще минуты полторы ехать, о боже мой, как же печально, это все 24 километра. А как я тяжело еду-то? Мне надо, кстати, справа снизу проехать. Я вот так вот поеду. Я поеду так, потому что мне иначе... Хотя, может, и не там заехать. Хрен его знает, как мне заехать, если честно. Нет, ладно, поеду я так, короче. Хотя они все там поехали, короче, так. Я не знаю, Фоч меня вообще слушает. Говнецо. Пока я сейчас развернусь на этом говне, это пипец. Самое правильное решение это объехать снизу, потому что если я спереди буду ехать, есть вариант, что мне накидает мой бронелист. Вверх, нижний. О, меня видят. Да, где-то там кто-то стоит. Прячься. Прячься, друг. А сейчас я заеду, сейчас я ему глаз на жопу натяну. У меня-то что, у меня же альфище просто. О, хорош. Фачанский, вот, попал. Попал, не попал, сейчас, может, я его заберу. Молимся, дорогие друзья, молитесь там за меня. Нет, остался в живых, красавчик. А просто мужик, мужичище. А в меня кидает арта. Где-то они стоят, один тут, что ли, один тут. А все в разные стороны, потому что кинули. На! А он что-то на УФК, что ли, вообще? Там и бабаха стоит. Давайте Фуджисом попробуем кинуть, хоть один разочек. Он УФК, по-моему, стоит вообще. Он вообще не двигается, смотрите. Бедняжка, как же так попало-то в него. Дайте я хоть и просто попробую Фуджисом кинуть. 959, ну неплохо же. А Конквой рубил его. Красавчик. О, боже мой, я пока еду. А я пока продолжаю ехать. Сколько я говорил, 1,5 минуты, да? Вот сейчас уже 5 минут прошло. Было 5-10, по-моему, сейчас уже 3 минуты. Вот считай, смотрите, сколько я еду уже. 2 минуты с лишним. Две минуты с лишним я еду, сейчас меня будет кидать арта, и сейчас мы посмотрим, кто из них тут стоит. Я могу принять снарядики парочку. Арты. Мне, конечно, бы зарядить Фуджис на ФВ, но я боюсь, что я не могу не пробить что-нибудь там. Лучше со стабильным, так сказать, уроном, знаете. Как стабильный рубль, стабильный урон. Да, он 228, слабак. А слабак. Один тут стоит. Господин, ну господи, кто эту придурочную хрень придумал, что 3 секунды надо ждать. Какой же идиот это придумал. Какой же просто идиот. Несусветный. Я застрял в говнокустах. Или где там застрял? Я вообще не вижу, куда я еду. Господи, 1,5 минуты осталось. Если ТВП уехал, это все звездец. Объекта убил. Не попал. Смотри, чтоб тебя не загасили, чувак. Говно, моя пушка пока перезаряжается. Базу бери. Базу, я не успею. Я не успею.
Я точно не успею. Если там 261 сейчас что-то случится с ним, ну точнее он как-то его убьет, я не знаю, как оно может убить. Давайте попробуем кинуть отсюда, через всю карту туда. Маловероятно, что такое произойдет. Сколько это секунд? 20. А, мы еще возьмем базу, слушайте, мы победим. Мы еще победим. Только если ТВП успеет приехать и забить базу. Но мы успеем его убить. А что у меня там? Смотрите, у меня столько жизни. Хоть жопы жуй. Забрал этот чувак. Не смог я убить этого конкурера, блин, говняна. Жаль, жаль. Ну, ТВП, кстати, очень быстро перемещался, да, вы заметили, как он гонял быстро. А туда-сюда. Я все жду, жду, ну, появись, давай, ТВП. Нет, нет, мы победили. Аплодисменты, аплодисменты мне любим. Конечно же, а кому еще? Но это пока самый большой урон на этом танке. У меня тут настолько мощный был бой, видишь, на первой степи. Но я мало фрагов сделал. Настолько... У меня, короче, пятый. Блин, он меня сделал по фрагам. Боже мой, почему так? Не, ну... Я все равно первый. Я всегда первый, просто я, видите. Сейчас я первый по опыту. Ой, тьфу, по урону.